Архитектурно-планировочная концепция медицинского центра, строительство которого сейчас вынесено на общественное обсуждение, предполагает предоставление широкого спектра услуг. Это диагностика, лечение и профилактика заболеваний, а также корпоративное обслуживание организаций и предприятий и продажа медикаментов. Сейчас учитываются все «за» и «против». Все высказывания граждан, участников общественного обсуждения будут систематизированы и переданы в архитектурно-градостроительный совет для принятия окончательного решения, быть этому центру либо не быть. Если быть, то с какими-то конкретными доработками и предложениями от граждан. Площадка проектируемого участка расположена в северной части города по проспекту Строителей возле торгового центра «Спектр» и жилой застройки. Здание будет предположительно одно-двухэтажным, прямоугольной формы с размерами 17 на 30 метров. Рядом планируется парковка для автомобилей, озеленение, малые архитектурные формы установят также и скамейки. Здание у нас каркасное, из металлических конструкций. Наружные стены будут из сэндвич-панелей и декорированы современными отделочными материалами, клинкерной плиткой, металлокассетами с применением витражного остекления. Сделать замечание и предложение до 12 декабря может каждый. Для этого необходимо написать по электронной почте, которую вы видите на экранах, или в письменном виде подать свои идеи в горисполком в кабинет 208 или 409 с 8 утра до 5 вечера. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.